19 по 26 ноября на территории обслуживания ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Павлово-Посадский произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Из них 3 ДТП с материальным ущербом в городском округе Электрогорск. За вышеуказанный период пресечено 218 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения. 21 ноября в результате рейда ребенок в автомобиле выявлено одно нарушение. С 26 ноября по 2 декабря 2018 года в целях снижения количества ДТП с участием пешеходов на территории города будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». 27 ноября в доме номер 11 по улице Коржиновского в трехкомнатной квартире произошел пожар. В 10 часов 39 минут в дежурную часть пожарной части номер 110 поступил звонок о возгорании от очевидцев случившегося. В 10.45 пожарные прибыли на место и приступили к ликвидации пожара. Сгорание в трехкомнатной квартире на 9 этаже, возгорание балкона. Площадь пожара 6 метров квадратных, пострадавших нет. В результате квартира обгорела на балконе и закоптилась по всей площади. Прибыло 3 АЦ и 1 автолестница. Сработали грамотно. Эвакуировано 18 человек. В 11.30 была произведена полная ликвидация горения. Причина возгорания устанавливается. По информации Электрогорского отделения полиции, за прошедшую неделю тяжких и особо тяжких преступлений в Электрогорске зарегистрировано не было. Из числа зарегистрированных 2 остаются нераскрытыми. Это кража сотового телефона в молодежном центре и кража из магазина бытовой техники ДНС. Данные преступления квалифицируются как преступления небольшой тяжести. Ведется расследование.